Здравствуйте. Сегодня вашему вниманию представляем пневматический газобаллонный пистолет датской фирмы АСГ ЧЗ-75 П-07-9. Пистолет приходит в картонной коробке, в которой мы видим рекламку продукции фирмы АСГ, документы на пистолет, гарантийный талон на 18 месяцев от нашего магазина, и сам пистолет. Корпус пистолета выполнен из пластика. Затвор металлический. У данного пистолета имеется функция blowback, которая имитирует отдачу. Магазин металлический, с пластиковой пяткой. Каждый выстрел будет двигаться затвор до тех пор, пока не закончатся шарики. Пистолет работает только с предварительного взвода. Также имеется предохранитель, который блокирует спусковой крючок. Для того, чтобы снарядить пистолет, необходимо изъять магазин, отсоединить заднюю крышку и установить в рукоять баллон, после чего зажать поджимным винтом. Подаватель магазина фиксируем в крайнем нижнем положении. И с обратной стороны засыпаем шарики калибра 4,5 мм. После этого фиксируем пальцами и сбрасываем задержки. Пистолет готов к стрельбе. Давайте посмотрим, на что пистолет способен из коробки. Как видим, скорость в среднем около 112 метров в секунду. Приобрести данный пистолет вы можете по ссылке в описании, либо в розничных магазинах сети Airgun.